Всем привет, сегодня снимаю видео. Произошла у нас такая проблемка, сломался наш трактор. И сегодня его будем делать. Сейчас покажу, что сломался. Так, там все нормально работает. Единственное, вот такая вот штука у нас произошла. Значит, порвало корт и выдавило камеру. Покрышка старенькая. Ничего мы не меняли. Она была, даже не вижу, чья она. И сказать не могу, что. Значит, у нас я смотрел. У нас в магазинах Волтари только эта резина. Никто ее не хвалит. Побоялся я еще ее брать. И взял вот такую вот, заказал. С Питера пришла она. Вот такая вот. Два колесика. Ну и вот камска. Смотрел по интернету. Значит, говорят, что она хорошая. То есть, во всяком случае, это резина. Ну, сегодня попробую заснять видео, как мы этот процесс будем осуществлять. Ну вот, мы его завели. Сейчас попробуем спустить колесо, чтобы корт отошел. И будем демонтировать колесо. Ну, колесо почти спустилось. Сейчас я попробую проехаться маленько туда-сюда, чтобы оно отошло, легче было нам бортировать. Сняли, у нас все получилось, она просто со временем сгнил. А задний корт еще не отошел. Будем сейчас. Ну вот у нас и задний корт отошел. Покрышка почти слезла. Сейчас ее попробуем снять и будем ставить новую. Если у меня это, конечно, получится. Ну, будем пробовать. Thank you.
мать! Так и закончилась замена колеса на МТЗ. Так что все. Вот мой день победы, отмеченный 9 мая с заменой колеса. Завтра буду менять следующее.